одного нашел. И на каких настройках вы смотрите, если нарекания есть, уточняйте, пожалуйста. С кем-то воевал? Правее камни ходит. Это где-то бегает. Вон он, сука! Приветствую, бойцы. Денис на связи. Частенько просили вставлять моменты со смертями, но я собрал немножко. Надеюсь, тебе зайдет. Огромное спасибо за твою активность и давай соберем 500 лайков на видосике. Будет такая базовая ступень, от которой мы и будем отталкиваться в дальнейшем. А сейчас приятного просмотра, ну и услышимся. Да-да-да, иди с ним воюй. Ай. Вот, нет. Так, ты же оружейный ящик. Ну, не совсем, конечно. Чё это? Вы видите? Я читер, я видел тебя. По-моему, это страйк. Там сидит чувак. Забайчина. Вот Гарри ювелир, Олежа водолаз, Игорян дряхлый, а Кайл я ебу. И почему-то все без меня. Как думаете, это лайка заслуживает или не очень? Работает, по-моему, он лег лутаться только что. А если так... Случилось это вот здесь, да. Нормально, да? М80 в третий класс каски. В упор, и он жив.
чип есть. Лайк пацану просто. Вот она главная проблема. Дергаешь рычаг и получаешь, блин, по шапке. Грустно, вообще капец. О, братан. Давай его топорами забьем. Давай. Он перезаряжается. Просто остановился так. У меня выносливость кончилась. Так, жетон, мне пистолет тебе. Поделили, братюня. Я, наверное, сейчас загляну под сцену. Это опасное занятие, на самом деле. Пока мне везло, ни разу там внутри никто не сидел, но я один раз убивал кого-то. Я залез, хочу вылазить. Там прибегает залутыш. Как раз с этой 19.01 прапорской был. Там всякие бартерные предметы, и вроде ключ исполнится. Это ЧВК, вы не поверите. Двое. Прощайте. А что? Там же, где бойлерная. Где вход в бойлерную, который у тебя на длине. Каким-то шансом диким спаунишься, у тебя никто не испугался, не ёкнул. По-моему, неплохой выстрел был, да? Может, теплак какой найду. Ну, по шее получится. Нет, нифига не кило. Привет, пацаны. Спасибо, что лут занесли. Вы тоже, наверное, зашли. Ай-яй!
прям прочувствовал эту боль. Что было дальше?